Всем привет! Сегодня у нас любовный расклад отношений. Что мне следует ожидать от дальнейшей судьбы моих отношений с моим партнером или партнершей? Задумывайте своего партнера, партнершу, имя, знак зодиака, и будет вам благо от этого. Итак, у вас сейчас в отношениях складывается какая-то непростая ситуация. Вот прямо сейчас, да, возможно, где-то у вас есть какие-то затыки, которые говорят о том, что вы не всегда внимательны к своему партнеру. Почему? Потому что как бы и вашему партнеру хотелось бы, чтобы вы проявляли больше близости, а в ваших отношениях есть какая-то замкнутость и скованность. Хотя по создательнице даров, это как дама Пентаклей в Таро, она предвещает вам очень большой ресурс в отношении, как и старший аркан сила. Поэтому общайтесь со своим партнером, разнообразьте свою жизнь, и будет вам благо.